Привет, друзья. Время чуть отвлечься от Гонолулу и Техаса. К нам приплыли новые тачки. Я просто вам немного их покажу. Это будет не обзор, а просто мое первое впечатление. Вот такой вот аппаратик. Это мечта любого семьянина. Honda Pilot. Турин полноприводной. После перевертывания, точнее, возможно, пробовали диагональное вывешивание. Вот на этой машине. И вот такая вот штука получилась. Так, перейдем в обычный режим. Вот он, этот Турин. Ну, технические характеристики, которые все могут посмотреть. Это 9-ступенчатая коробка автомат. Колеса по внешнему виду. 20-й радиус. Но очень тонкая резина. То есть резины здесь очень много, мало. Дисков очень много. Вот. Машина клюнула, легла на сторону. Вот здесь у меня такой батончик помятый. Ну и спереди фуэт оптика. Так он выглядит, но мне этот, конечно, больше нравится, чем дорестайлинговый. Он более злее. Вот. Есть уже адаптивный круиз-контроль, удержание полос, подогревы руля, 9-ступенчатая коробка передач. Откроем ее. Что-то заламывает. Салон, как обычно, после любых ДТП и с остатками пищи очень сильно пострадал, особенно от кофе. Вот у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мест. Обзорчик я вам сделаю позже этой машины, но знаете, хотя бы что-то я вам покажу, то, что я про нее знаю, и то, чего нет. О, воняет яблоками. Так, я покажу вам немного мультимедийной системы. В задней части машины у нас есть здесь такой монитор. Он предназначен для того, чтобы нам, дети, во время дороги, это оценят только настоящие родители. Entertainment off, entertainment on. И здесь у нас есть выбор, что мы можем сделать для детей в задней части. Это how much farther. Это означает то, что когда вы едете куда-то за рулем, выставили навигацию, например, вы едете, например, там, я не знаю, в школу, везете детей. Сейчас, как же все здесь работает? Она показывает детям, как далеко осталось до школы, чтобы они не переспрашивали. Так что интересная штука, показывает, сколько миль, в какую сторону будете поворачивать, тра-та-та-та-та. Специально для деток. В общем, машину особенно оценят те, кто имеет детей. Вот такая вот прикольная штука. Выключить. Хорошо. Есть еще спикерфон. Смотрите. Rare Entertainment. Cabin Talk. Можно разговаривать с детьми, например, если сзади вас не слышат, через динамики самой магнитолы или через наушники, например, если они в наушниках смотрят какой-то мультик там или еще чего-то. Вот так вот все. Это все мы будем мыть. Добавились еще какие-то две кнопки Assist, Link. Вот. И вроде бы еще Verizon, интернет от Verizon. В общем, вот такая вот машина. Мне она очень нравится. Надо на ней очень поездить пару недель для того, чтобы дать более полную оценку. 6 тысяч пробег у нее. Вот, разбирать ее не планирую. Планируем ее восстанавливать и ездить, потому что в наш стримчик, который вот там вот бедненький стоит, зажатый ЦРВшками, вот, мы всей семьей уже практически не помещаемся. Это проблема. Honda Pilot 2019. А теперь я вам покажу настоящий трэш. Как всегда, мне нужен аккумулятор, потому что... Кстати, Pilot проплыл 2 месяца, и с аккумулятором ничего не произошло. Вот, так что у него такая проблема, как сервишка, которая разряжает аккумулятор, в принципе, я не заметил. Потому что за 2 месяца он должен был бы сесть. Так, наш задний двор, где у нас стоят машины. Где скоро будет у нас новый навес. Honda CR-V, полноприводная, в черном цвете LX.
скажу вам сразу цену, потому что пилот не могу сказать, потому что еще не знаю точной окончательной цены на него. А вот на этот LX со снесенной мордой могу вполне сказать. Обошелся он нам 7000, это 2018 год. Год здесь, в принципе, не важен. Машина и так у нас пойдет на запчасти. Вот с этой целью мы ее брали. Она вся практически целая по кузову. Вот если так посмотреть на нее, то с нее нечего брать. Но смотрите, полностью все двери, и задние, и арки, и по левой стороне, и по правой стороне целые. Ну и плюс ходовая мотор, коробка, тоже балка, полуося, все стоит типа на месте. Ну и мотор, коробка, естественно, тоже ее не зацепила, и это не может не радовать. Аккумулятор снесло, блоки предохранителей снесло. Я не уверен, сможем мы включить зажигание или нет с такими повреждениями. Ну, знаете, попробовать можем. А нет, массу тоже отколбасило, так что, в принципе, тут очень много нужно будет сделать для того, чтобы вообще посмотреть, что с этой машиной, да и как. Так, а теперь слабонервным прошу отойти от экранов. Подожди, мне надо найти какие-то перчатки, потому что без перчаток я в эту машину, наверное, не полезу. Так. Идем. Вернемся. Вот моя перчатка. Так. Раз, два, три. Ну, смотрите, даже дверь открывается. Короче, машина в ужасном состоянии. Имеется в виду, что тот, кто в ней ехал, по дороге что-то жрал. Везде рассыпана мелочь. Все ремни и подголовник в плесени. Надеюсь, на подголовнике не мозги. Вот. Дверка открывается. И давайте достанем. Запах как от старого погреба. Приблизительно. Дефлектор верхней шторки у нас здесь. Интересно, что произошло с этой машиной. Это только наши запчасти. Очень часто в таких машинах есть запчасти других машин, с которыми она столкнулась по факту. Так. Пока это все ЦРВшное. Так. Это у нас. Ладно. Молдинг крыши. Кусок фары. Вот этот серый бампер. Это явно не наш. Так, что это? Шильдик. Шильдик. Kia. Ух ты ж. Kia. Так, кто знает, что за модель Kia? Бампер оказался у нас в багажнике. Wyoming Valley Motors. Вот, еще с родным знаком. Бампер, конечно, негодный, но и решетка тоже битая. Тут нам, извините, продать нечего. Пишите модель Kia Rio, с которым столкнулась, скорее всего, наша сервишка. Интересно, как это должно было произойти. Извините, стабилизатор сказывался. Сейчас перезапустимся. Вырубили. Ну, все, есть работа. Вот. Может быть, машина просто стояла рядом. Так. Здесь дальше у нас остатки дворников. Коврики. Жаль, мы ее завести не можем. Вот, посмотреть, что не можем. Но здесь, короче, вы можете себе представить. Смотрите. Тут черт знает что разлито. Освежитель воздуха. Я еще такого не видел. Фу, какая гадость. Это он воняет. Это воняет не пища в салоне, а этот освежитель воздуха. Такой, как в туалетах вешает приблизительно. Дешевка. Вот так это выглядит, смотрите. Панель. Аирбэк панельный даже цельный. Потолочные цельные, потому что удар был локально передний. И сработал только аирбэк водителя. Багажник. Ну, в багажнике ровным счетом у нас
Ничего, стабилизатор. Что с тобой такое происходит сегодня? Видно, замерзают моторы. И он отказывается работать. Вот, потому что сейчас у нас реально здесь похолодало. Снега нет, но холодно. Вот такая вот сервинка. Давайте пойдем с стерли глянем. Ну, по состоянию типа мотора и всего, что здесь подкапотного пространства, пробег должен быть небольшой. Но какой, все-таки непонятно. О, смотрите. Здесь куча листьев. Шторка. Смотрите, шторка. Это верхняя или нижняя? Все лопасти закрыты. В рабочем состоянии она у нас. Упала эта машина. Фара. Жесть. Кнопки. Лифтмастер. Это, наверное, отворот отъездный. И какие-то сосиски. Блин, это реально были сосиски. Фу. Смотрите, какой трэш. Еще сосиски. А это что такое? Похоже на сигару. Хм. И это тоже могут быть сигары, которые испортились. Ладно. Надо знатоков. Напишите, что это в комментариях. Что это может быть? Желтая такая бирка. Вот. Упаковка. Надо позвать Захара, он специалист. Должен знать. И линза. И кепка. В общем, вот такой вот вам утренний трэш. Все. Дальше эта машина, судьба ее предполагается как таковой, что она пойдет у нас как донорские запчасти. Вот. Нам нужны двери, нам нужны стекла. Вот. Может быть, какой-то двигатель куда-то. Так что, в принципе, все. Спасибо, что смотрели. Напишите, пожалуйста, ваш комментарий в отношении того, что хотели бы вы узнать в отношении Honda Pilot, что протестировать. Вот, и все. Что вы думаете в отношении таких машин? Стоит ее брать за 7 штук или не стоит? Конечно, скажете, что не стоит. Но в моем случае даже очень стоит. Так что, всем спасибо за просмотр этого видоса. Ставьте палец вверх. На канал подписывайтесь, кнопочка вот там. Вот, и не забудьте нажать колокольчик, чтобы увидеть, какие тачки приедут к нам в следующий раз. Это будет, конечно, не скоро. Где-то уже в числах 17-18 февраля. Но там будет проект «Уголек». Очень интересная машина. Так что всем спасибо. И пока. Мои друзья, вот это такие сигары. Знаете почему? Потому что я здесь нашел сигар Saver Cutter, то есть то, что отрезает кончик у сигар. Машина любителя сигар. И также у нас такой Garmin. Вот интересно, будет он работать или не будет после стольких месяцев валяния вот здесь вот. Так что смотрите полное видео на канале.